Всем привет! Спасибо большое, что находитесь на страницах моего канала. И сегодня будет видео о покупках, которые очень бюджетные, но очень приличного качества. Я думаю, все мы задаемся целью найти хороший косметический продукт, при этом не переплачивая ни за бренд, ни за раскрученное название. И в этом видео я покажу своих пару находок, которые лично меня очень впечатлили по своему качеству и удивили по своей неимоверно низкой цене. И первый продукт, о котором бы я хотела поговорить, это вот такое вот масло для губ от Nivea. Я думаю, вы уже везде его видели и знаете, что это такое. На самом деле это действительно бюджетная покупка. Здесь 16,5 грамм масла для губ. Учитывая, что в помаде стандартной около 4-5 грамм продукта. Приятный запах, хватает очень надолго. По-моему, этому маслу у меня около года, и как видите, его еще хорошая такая половина. Не обязательно использовать его только на губы. Можно увлажнять этим маслом кутикулу, можно наносить его на локоточки, увлажнять сухую кожу, и даже на трещинки на пятках. Единственное, так как это баночка, не лезть туда пальцами, а просто брать необходимое количество бальзама или на какую-то ложечку, или на шпатель, или на какую-то палочку. Это масло для губ всегда у меня находится в сумочке, поэтому у меня такое затертое. Единственный минус, не очень удобная упаковка, и можно в принципе сломать себе ногти на том, что... Мне нравится, как оно работает на губах и на всех сухих частях тела, поэтому за его универсальность и недорогую цену ставлю ему твердую пятерку. А дальше я покажу вам две вещи, которые появляются практически в каждом видео моем о макияже. Это вот такой вот консилер и база под тени от Essence. Это неимоверно бюджетные покупки и вообще вся линейка косметики, которая иногда удивляет просто своим качеством. Вот эти две штуки я нашла совершенно случайно, без никаких обзоров и долго не выбирая, что мне купить. Но они у меня уже довольно долгое время и абсолютно полностью устраивают меня по качеству. Первое — это консилер, который называется Match to Color, который фигурирует у меня в каждом видео. Это вот такая вот двушка консилеров. Один у меня почти израсходовался, второй начал расходовать. Один был более светлый, второй, соответственно, более темного цвета. Это такая плотная кремовая текстура, которая тает под подушечкой пальцев и превращается в такой плотный тональный крем. Консилер хорошо перекрывает все покраснения, все синячки под глазами. Он не скатывается, если закрепить его тонким слоем пудры. Он не пересушивает вот эту вот деликатную кожу вокруг глаз. Им можно на раз замаскировать любой прыщик, который у вас выскочил. Просто достаточно взять маленькую тоненькую кисть и точечно это все замаскировать. Сначала я использовала светлый оттенок, потому что как бы думала, что скорее всего он лучше всего перекроет мои ужасные синяки под глазами. Потом посмотрела в каком-то видео, что вроде бы как тот оттенок, который потемнее, он будет лучше прикрывать, потому что он с более таким желто-оранжевым подтоном. Мне очень нравится кремовая текстура этого продукта, то, как он наносится, то, как он держится практически этой палеточки, наверное, думаю, где-то месяцев 8. И, в принципе, продукта еще здесь много, и срок годности еще ого-го вперед. И второй продукт – это Essence база под тени, который называется I Love Stage. Где-то по текстуре напоминает BB-крем, очень хорошо справляется со своей функцией, держит тени практически вот целый день. Если вы хотите нанести вечерний макияж, если вы хотите сделать красивый дневной макияж, макияж для фотосессии, вот эта база вам точно поможет. Она и стоит недорого, но держится очень хорошо. Мне еще ни разу с этой базой не скатались тени, ни разу, никакие. Даже если я беру бюджетные тени, даже если беру тени подороже, ни одни у меня не скатываются, хотя веки у меня жирные. Единственный минус этой базы в том, что у нее есть цвет, она такого морковного оранжевого цвета, и при этом иногда эта база немножко искажает цвет теней, но в принципе другой базы я уже не хочу, потому что она для меня работает. Следующая бюджетная находка — это вот такой вот лайнер, это подводка от фирмы Lamel. Это, по-моему, какая-то украинская фирма, очень бюджетная. Когда-то давно, где-то год назад, я покупала ее за 40 гривен. Чисто так, ради интереса, хотела попробовать посмотреть, как будет держаться самая бюджетная подводка в магазине. Долго я не могла к ней привыкнуть, долго она мне не нравилась. По-моему, я даже один раз нанесла ее,
Мне не понравилась ее консистенция, мне не понравилась ее кисть. Я испачкала себе ею все ресницы и не могла их потом расчесать. И в итоге забросила ее на хороших так месяца 4. Не пользовалась я ею, как-то так уже, в принципе, забила. Думаю, ну стоит столько, ну что я хотела из ее качества. Но потом как-то у меня к ней дошли руки. По-моему, я какое-то снимала видео о подводках. И там я пробовала ей обратно к ней вернуться и краситься. И в итоге мне очень понравилось, что она очень стойкая. Это, в принципе, на моей памяти самая стойкая подводка, которая у меня была. Сама по себе она водостойкая. Здесь не очень удобная кисть, но к ней можно привыкнуть. И, в принципе, можно ее полюбить и приноровиться красить нормально стрелки. Когда-то я еще брала вот в таком вот виде от Essence была подводка, но она меня полностью разочаровала, она отвалилась какими-то кусками. И когда я наносила, и она засыхала, такое чувство, что мне приклеили пластырь на веки. Я не могу вот так вот ни моргнуть, ни куда-то посмотреть, потому что меня все сковывает. Если начинают тереть глаза, то все трескается и кусками отваливается. В этой подводке не так, она очень комфортно засыхает. И даже если вы там где-то там потрете, ничего не отпадет. Твердая пятерка ей за стойкость. Конечно, она слегка полосит, ей нужно наносить в несколько слоев. Ей уже больше года, она начала браться маленькими комочками, но это можно как-то уладить. Это не проблема, потому что продукта еще много, и он очень стойкий, это можно ей простить. Но в принципе, если вы хотите стойкую, недорогую подводку для каждодневного макияжа, скажем так, вот это вот неплохая вещь. Еще одна бюджетная покупка от Essence, это вот такая вот помада в пластиковом, очень дешевом таком тюбике. Номер цвета 53 All About Cupcake. Абсолютно дешевая упаковка, все такое пластиковое, все такое, ну скажем так, чувствуется, что оно бюджетное, но сам продукт, сама помадка очень хорошая. Цвет этой помадки очень универсальный, такой какой-то розовый, красивый вот. На сводчах больше похоже на блеск, так же самое, как и на губах. Похож на легка такой вот затонированный розовый блеск. Очень... Блин, все нос испачкало. Очень приятно наносится, очень так мягко обволакивает губы, при этом действует вполне как хорошая гигиеническая помада. Я бы не сказала, конечно, что эта вещь очень стойкая. Естественно, вот такие, которые кремовые помады с таким эффектом блеска, они очень быстро стираются, переходят на чашки и так далее. Но, тем не менее, очень универсальный цвет, у нее приятный запах, она хорошо наносится, увлажняет губы. За эти деньги, по-моему, покупала ее когда-то на распродаже за 34 гривны. За 34 гривны вы получаете вполне отличную помаду. И последние мои бюджетные находки, это вот таких вот две кисти. Они сами по себе очень похожи, и продаются они у нас в Киеве, в Еве. Когда я начала только увлекаться косметикой, это первая кисть, которую я купила, и до сих пор она у меня живая, она не вылезла, она не полиняла, с нее не вылазит абсолютно ворс. Вот это вот куплено чуть-чуть позже, ну, практически где-то с разницей в пару месяцев. Здесь фирма называется Камил. Обе кисточки с натуральным ворсом и стоили это в пределах 40 гривен каждая. И в принципе, если посмотреть большинство моих макияжей, которые были еще давным-давно, я использую только вот этих вот две кисти. Это для нанесения на все подвижное веко, это для углубления складки верхнего века. Хорошенькие кисти для начинающих, очень бюджетные. Много раз их стирала, в принципе, ничего не вылазит. Как видите, они не теряют свою форму. Довольно приличное качество, причем ворс натуральный. Могу вам их с чистой совестью посоветовать, потому что прошли со мной практически все мои видео о макияже. Я постараюсь вспомнить или найти, что это за кисти, и ставить вам название их внизу в инфобоксе. В принципе, там будут названия всех продуктов, о которых я сейчас рассказываю, также все мои контакты. Вы можете найти меня в Инстаграм, ВКонтакте, увидеть там мою почту и так далее. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр и за внимание. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте пальчик вверх внизу под видео. Я вижу все ваши лайки, я очень сильно им радуюсь. Еще раз спасибо вам большое за внимание. Всех целую и пока!